Добрый день. Сегодня мы представляем вашему вниманию полуавтоматический этикетировщик модели i2 Plus, на который дополнительно установлен полуавтоматический датировщик. Различие данной модели от других в том, что она может наносить несколько этикеток, будь то 2, либо 3. Естественно, также есть режим работы с одной этикеткой. Для удобства работы установлен сенсорный дисплей, в котором есть настройка интервала, где вы можете выбрать необходимые параметры для нанесения этикетки, будь то расстояние между этикетками, будь то количество этикеток. Также есть системные настройки, режим работы одной и две этикетки и режим работы от педали, либо от оптического датчика. В данной комплектации оптический датчик не установлен. Естественно, мы предварительно уже все настроили. Теперь только осталось нажать кнопку «Пуск», установить флакон и нанести этикетку. Как вы видите, дата нанесена только на одной из этикеток. Теперь мы с вами изменим расстояние, для того, чтобы вы понимали, что будет происходить. Ну, допустим, установим 0,8. Видите, расстояние уже между этикетками изменилось. Вернем обратно. И снова у нас все в порядке. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до свидания.